Ага. Проход открылся. Классненько. Так, что же тут у нас есть? А если у нас, собственно... Собственно, какие-то старые, разрушенные... Это место надолго забыли. Руины. Живет одним днем. Но причем и здесь есть какие-то непонятные штуки, которые у нас стоят деньги, да? Какие-то драгоценности. Странно, конечно. А сюда мне зачем проходить? Странный вопрос. Точнее, не вопрос, как объяснить-то? Зачем? Что мне тут надо? Что-то я активировал. Должен быть способ отключить эти древние ловушки. Ага, вот и камешек. Все. Вроде все отключил. Какие-то древние руины, действительно. Куча всяких свитков, манускриптов. Какие-то древние... Даже не знаю, как назвать. Развалины, библиотека, что это. Там еще ловушка. Она отключается с помощью этого камешка. Здесь что-то было. Ага, держатели для свитков. Вот что это нам дает по 4 золота. А здесь есть какая-то дверь. Ну, за которой вроде все спокойно, да? Ну, тогда я сюда зайду. Все равно по пути. Может, что-нибудь вкусненькое есть? Так, слушайте. Еще... Что тут у нас есть? Опаньки, еще символы. А зачем они тут у нас помещены? Угу, тут у нас еще один пьедестал. Ага, слушайте, интересно. Видимо, он с помощью этих символов и активируется. Может быть, еще что-то нам тут? Будет вкусненько, вкусняшки всякие. Класс. Новый трофей. Какая прелесть. Из уникальной добычи, слушайте. Древняя фигурка. Резная фигурка, найденная в тайных коридорах под городом. Кажется, на удивление, знакомой. Хм, ну какая-то байда с ключом. Какой-то... То ли мужик, то ли женщина в накидке. Ладно, пригодится. Вроде тут все. Все, что нужно, я посмотрел. Ладно. Таки. Аккуратней. Не нарваться ни на какие другие ловушки. Какой-то туман клубится почему-то, хотя вершина еще довольно-таки высоко. Что в сундуке? Хм. Куча бесполезного хлама. Обидно. И куда мне теперь? Видимо, вниз. Ну да, точно не наверх. Спускаемся тогда. Что бы это ни было, это не человек. Чего, где, что? Вы про что, блин, вообще? Я ничего не видел.
какие-то веревки, по которым можно спуститься вниз. Будем спускаться, нет? Да как-то стрёмно просто. Не, ну слушайте, здесь нет ничего интересного. Если только, может быть, ниже. А чё, ниже всё никак? Блин, а я не разобьюсь. А, ну вроде нет, не разбился. Все равно что-то можно обшарить, слушайте. Тут даже есть закрытые замки. Вот чего я не ожидал, так от закрытых замков. Ну опять держатель. Ничего нет, ничего, что-нибудь. Даже не знаю, как сказать. Что-нибудь такое более дорогое, что ли? Так, а я, видимо, должен был спуститься. А, вот, я должен был спуститься вот здесь. Но я сократил путь. Ну, как сократил? Не совсем, конечно, но, по крайней мере, спустился по веревке. Все ясно. Тут вроде я все собрал. Пойдем дальше. Орион сказал, что я найду книгу, а не целую библиотеку. Здесь, наверное, сотни книг. Ага, мне сюда нужно. Там вот ступени ведут еще куда-то вниз. Может быть, я смогу найти что-нибудь и здесь. Или это опять же... А, ну это просто два варианта. Либо по верху, либо по низу. Все ясно. Главное смотреть в оба, чтобы не нарваться ни на какую ловушку. Это мало ли что. А здесь есть какой-то тайничок, смотрю. В шкафчике. Это место лабиринт. Я иду в центральную башню. Мне точно сюда? Или может быть все-таки обратно? Я просто мне все посмотрел, слушайте. Может быть есть еще что-то интересное. Вот там вот, допустим. Вот здесь тоже. Есть какой-то замок. Тут вот, видите, тоже какой-то есть ключ тайный для открытия шкафа. Опаньки, видите, нашел.
Какой-то тайник. Так, здесь ничего. А здесь вот есть. Хм. Нифига, смотрите, что я нашел. И еще вот это. Класс. Хорошая находка. Нашел память о мертвых. Кольцо. Память о каменотесе. Эдгар, каждая колонна и арка напоминает мне о тебе. Но кроме этого я нашел еще и халявное очко концентрации. Блин, ну слушайте, я бы, наверное, концентрацию бы прокачал. Тут что-то нож очень быстро расходуется. Ага. На, эх, еще прокачать и прокачивать, слушайте, блин. Ладно. Теперь точно можно идти. А здесь что такое? А, ну ты смотрю в тот зал. Ясно, ничего интересного. Ладно, буду идти туда, куда мне подсказывает интуиция и карта. Главное, хорошо, здесь никаких стражников нету, да? Никого. Это вообще замечательно. Хм, видимо, мне нужно повернуть. Да. Вот это полезно. Классненькие штучки, слушайте, а? Переводные лестницы. Это круто. Так, а куда же мне нужно идти? Вот в чем главный вопрос. Маг. Ну, в принципе, не супер, конечно, находка, но... но зато поможет мне сохранить концентрацию хоть как-то. Ага, мне нужно еще выше туда, да? Для этого мне нужно опустить вот эту лестницу.
Черт, ты как это сделать? Интересный вопрос. Ну, давайте начнем отсюда тогда. Как-то мне не по себе стало. Надеюсь, мне не нужно будет еще от них бегать. Охренеть. И все-таки, куда мне нужно? Куда мне нужно идти? Ну ладно, раз мы там мост перевели, давайте перейдем здесь, потому что у меня, ну, других, блин, вариантов вот вообще нету. Хотя, конечно, это на разряд делаю, потому что... потому что мне теперь вообще не перебраться, да? Точно все верно. Вот, сообразил, слушайте. Сюда. Ага, мне, видимо, нужно спрыгнуть. Спрыгнуть, да. Всего лишь нужно было. И что? Идти куда-то наверх. Судя по всему. А здесь у нас сундук. А в сундуке куча бабла. Угу. Бабла, конечно. Опять куча ненужного книжного хлама. Предположу, что это та самая книга. Но чтобы украсть, ее надо освободить. Так, ну сначала лутанем. Что здесь есть?
древний браслет, 32 золотых. Классно. А теперь попробуем освободить книжечку. А вот, собственно, и все. Ничего трудного не было. А вот эта самая книга волшебная, магическая. Корнелиус. Ключи. Книга у меня. Ага. Новый трофей. Трофей клиентов. Ну, это, собственно, я так понимаю, все эти трофеи... По заданию получается. Древняя книга, подобранная в забытой затопленной библиотеке под домом цветов. Ритуальная книга. Эту ночь под городом я запомню надолго. Что-то такая музыка мне никогда не нравится. Какая-то она нагнетающая, я бы так сказал. Да? Здесь не допрыгнуть. Фу, высоко. Что-то не допрыгивается, слушайте. А, здесь нужно было пройти, да? Или просто спуститься вниз? Или да, все-таки спуститься просто вниз. Блин, кто открыл дверь? Стражники. Давай прошвырнемся и выясним. Надо разделиться. Так мы больше обыщем. Разделиться? Тебе это хорошо говорить, ты с факелом. Я несу факел, потому что не мухлюю в карты. Все честно. Чего? Ты все о той паскудной? Какого хрена они тут делают? Чего вы мне предлагаете прямо здесь идти? Поздно уже. Приятно на время свалить от клиентов. Ага, спускается стражник. Придется спрятаться здесь.
известно, что они кладут в палату. Блин, сорвалось, а. Так, рядом, по-моему, стражники, поэтому... Сейчас стараюсь поменьше говорить, просто у меня самому тут такая ситуация немножко стрёмная, да? Ну, в каком плане? Что мне тут приходится идти очень тихо. Меня вызвал на дуэль пьяный клиент. А, поэтому вот не хочу своим голосом торчать в этой дыре. Сорвать план побега, так сказать. Фу, ну вроде все прошло тихо. Ага, теперь-то куда? Теперь наверх. Что, прыгать-то будем, нет? Фу, прыгнул. Слушайте, а что-то как-то я по-другому обратно-то возвращаюсь. Накажи меня, мамуля. Я очень, очень плохо себя вел. Стой! Не трогай меня! Нога болит! А! Генерал, в чем дело? Мамуля тебя сильно ударила? Не смей так говорить о моей матери, ты мелкая сучка! А ну иди сюда! Что здесь происходит, генерал? Ну все. Бери свой черный налог и вон из моего дома. Тронешь ее еще раз. Это мадам Сяо-Сяо. Я тебе яйца отрежу. Это мужиковатого вида. Баба. Или это и есть мужик? Какой-то трансвестит, короче, да? Бля, по-моему, она увидела меня. Спалился, слушайте. Я тебя убью. Кишка там. И ноги короткие. С девушками надо быть нежней.
еще пожалеешь. Фу, все пройдено. О. Ага, сейчас я стал хищником, да? Видимо, много... Много-много-много врагов нокаутировал. Ну, в принципе, да, если вспомнить сам бордель, сколько я там людей с помощью опиума ликвидировал. Ну да. Вот, однако, посмотрим статистику. 5 из 5 ценных трофеев, добыча практически вся. Но остальное тоже неплохо. Ладно. Это было, кстати, трудно найти все трофеи. Особенно мне понравилось вот этот... Скажем так, разделение, да, локации на две части. То есть сначала там что-то, ну не считая бордель, там вроде идешь спокойно, без стражников, обратно приходится вообще пробираться чуть ли там не как мышка мимо кошки. Вот, но однако вот эти вот тварь, которую я увидел там одну, мне казалось, что будет с ними что-то. Ну, не было так, не было. Это все-таки не Outlast, чтобы прятаться от всяких тварей непонятных. Вот. Ну, собственно, все. Если вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь, кто не подписан. И ждите следующих прохождений. Всем удачи, всем пока.